наш специальный мануальный массаж по мануальной терапии, и в данном случае переходим к ногам. Для этого обнажаем ту часть ноги, которую нам надо, поскольку у нас к ногам относятся и ягодицы тоже, то делаем полностью от ягодиц до пальчиков ног. Ну, в данном случае мы уже после массажа спины ягодицы проработали, после массажа спины. Соответственно, будем работать только с ногами. Встаем с той стороны ноги, которую мы делаем, то есть ближайшую к нам. Наносим масло необходимое количество. И вот небольшой секретик вам скажу. Когда мы перейдем на голень, тут не хватает масла, особенно если достаточно много волосяного покрова, мы немножко больше масла оставляем на стопе на будущее, чтобы потом нам его оттуда забрать. Как я вам говорил, сегментарно мы делим тело человека от сердца и начинаем прорабатывать, соответственно, в первую очередь ягодицу, потом бедро, потом икроножную мышцу, да, голеностоп и саму ступню с пальчиками в последнюю очередь. Но все наши движения мы кровь гоним снизу вверх. Разогревающими движениями быстро проходимся по всей ноге, снизу вверх, снизу вверх. И останавливаемся напротив бедра. Так, ну, поза кибодачи, так немножко присели, да, так, чтобы наша точка дантянь была по центру нашей рабочей зоны. Соответственно, визуально мы разделяем ногу примерно по вертикали пополам и работаем отдельно с внутренней частью и с внешней частью. Обычное разминание кольцевого захвата, да? Захватили мышцу как можно глубже, чтобы прямо поднять ее с той стороны. Особенно если не предполагается в дальнейшем массаж передней части ноги, да, то мы ее стараемся захватить с той стороны. Прорабатываем наружную часть. Теперь общим захватом скручивание. Ну, практически как крапивку делаем, да? Полностью как можно больше захватываем ткани. И с той, с другой стороны скручиваем всю ногу. Целиком, ну, сколько получается? Раз, два, три, четыре прохода. И все движения стараемся уводить туда, за ягодицу, в паховую зону. Третий проход мы делаем целиком, все бедро от колена, снизу вверх, ведем лимфу и кровь выше и выше, сжимая спрессовывая ногу. Для этого чередуем руки, потому что параллельно с массажем мы можем, в принципе, и подкачать себе немножко мышцы. Если мы ведем по внутренней стороне вот этой рукой, да, то мы качаем бицепс. Вот он у нас сжимается, да? Если ведем по этой стороне противоположной рукой, то у нас на растяжение распрямляется трицепс. Противоположная рука поддерживает ногу. Во-первых, не дает ей укатиться, да? Во-вторых, дополнительное сопротивление дает для наших рук. Раз, два, раз, два. Ну, сейчас мы это все потренируемся на практике. Далее, растерли теперь ногу поперек. Трение, это у нас быстро, и слышим звук, ших-ших-ших, да, согревающий элемент. А дальше прокачиваем лимфу, уперлись плотно, только не пережимайте саму линию сгиба колена. На лимфоузлы давить не нужно. Повыше чуть-чуть, примерно сантиметр на 3 над ними уперлись. И медленно теперь тянем всю эту массу, глубоко проминая и прижимая бедро к столу, тянем вверх. Таким образом мы прогоняем лимфу. Лимфа течет медленно, поэтому этот прием делается медленно. Растерли, развернулись лицом в сторону головы пациента, и точка дантяни у нас примерно вот сюда смотрит. Пальчиками продавили такие надавливающие и разминающие движения в сторону немножко, вот как бы раздвигаем по этой оси внутреннюю медиальную часть и внешнюю латеральную часть друг от друга. Дошли до седалищной косточки, продавили ее.
Следующий прием – это шестеренки. Уже идет более глубокая проработка. С двух сторон проходим. Можно пройти с одной стороны, но для этого руку ставим возле бедра, чтобы нога не откатилась. И было дополнительное напряжение по внутренней части. Теперь руку поставили здесь и по внешней части. Продольно, быстро лапы леопарда согреваем и растираем все бедро. И потом приподнимаем бедро, как бы пытаемся его оторвать от стола. Но на самом деле не поднимаем, а вот так. Чуть-чуть его даем. Даем понятие, что приподняли. Раз. Несколько проходов сделали. И отодвинулись чуть назад, потому что далее мы переходим к следующему сегменту, к икроножным мышцам. Но об этом в следующем сете. Это был сет номер один. Разминание бедра человека, лежащего на столе, сзади. До новых встреч. Записывайтесь на наши видео в YouTube. С вами был Олег Лабутин.